Привет, сегодня у нас распаковка чехла для смартфона GIU G3. Так, открываем. Кстати, рекордно быстрая доставка. Экспорт и импорт. То есть в один день был экспорт, на следующий день был уже импорт. Очень быстро, такого еще никогда не было. И в общем посылка дошла дней за 8 до Республики Коми. Так, вот так вот чехол упакован. Посмотрим, что он из себя представляет. Здесь на магнитике. Материал довольно приятный. Надпись GIU с логотипом. Сзади для камеры, для динамика. Разъемы имеются. Так. Ну и тут получается приклеен такой вот черный стандартный, как вот этот у меня, бампер. Так. Естественно, замечательно подходит. Я сам такие чехлы не люблю, но так как на замену с этому своему GIU G3 взял GIU G5, этот отдал папе, и думаю, такой чехол ему пригодится. Довольно неплохо, солидно смартфон в таком чехле смотрится. Так вот открывается. Наверное, выключен. Ну и в принципе довольно удобно им пользоваться. Вот такой вот чехольчик.